Здравствуйте, дорогие зрители. Мы сегодня начинаем наш воркшоп или мастер-класс по теме «Как перевести ваш проект Selenium на Selenit». Сегодня будем вести его я, Андрей Солнцев, и... Александр Рассолько. Да, мы, значит... Попробуем сделать это в виде, ну, такого практического занятия. В общем, план у нас сегодня будет такой. В общем, кто из вас хочет просто слушать, можете просто слушать и смотреть. Кто из вас хочет также поучаствовать, можете попробовать. Сейчас мы дадим вам ссылочки на проект, и вместе с нами можете параллельно делать те же движения. В общем, план у нас сегодня такой. Мы сначала рассмотрим, зачем вообще это нужно, мигрировать с проекта Selenium на Selenit. Может быть, это не всегда и нужно. Значит, дадим какие-то ориентиры. Значит, как вам определить, нужно это или нет. Дальше мы опишем какие-то шаги, которые необходимо сделать, чтобы перевести проект Selenium на Selenit. И, ну, и покажем вместе с вами, попробуем прям проделать. То есть, чем мастер-класс отличается от презентации, что мы прям вживую будем это все пробовать делать. Ну, и если время хватит, если будет желание, если будет интерес, попробуем, может быть, продемонстрировать какие-то, ну, более сложные, более продвинутые техники, типа как сделать свою фабрику для веб-драйверов, там, какие шорткаты использовать и так далее. Ну, посмотрим. В этом плане план у нас гибкий, то есть если по ходу дела возникнут другие интересы, мы можем спокойно переключаться и менять план, ничего страшного. Начнем с того, что у нас есть некий базовый проект, который, если... Извини, перебью тебя. Забыл добавить, что, ребята, не стесняемся, задаем в чат вопросы, будем либо оперативно сразу же вам отвечать на них, либо мы самое интересное сгруппируем и между какими-то блоками нашей презентации будем на них отвечать. Да, спасибо. О, какая-то, да. Значит, да, я действительно всегда за то, чтобы была у нас живая дискуссия, чтобы люди интересовались, спрашивали по ходу дела. Мне кажется, так интереснее. Вот, и ничего страшного, если мы не пойдем в точности по плану, это не проблема. Итак, начнем с того, что у нас есть проект. Это некий довольно простой, небольшой проект. На самом деле я своровал его у Себастьяна Дашера, который делал год назад делал доклад на JPoint, показывал, каким могло бы быть... там, идеальные тесты для веб-приложения, и вот они у него были на чистом Selenium, и я вовремя его подсмотрел и, значит, попробовал перевести вот этот проект на Selenit. Значит, проект находится вот по такому адресу на GitHub, то есть кто хочет попробовать, поиграться, вот можете его себе заклонить. Важно только, чтобы заклонить определенную ветку, вот она называется Legacy Selenium, потому что в мастере там уже все переведено на Selenit, а вот в этой ветке как раз какое состояние нам нужно. Когда вы его заклоните, вы можете сразу запустить вот этот скрипт System Test Run Env. Он билдит само приложение. То есть в проекте есть и приложение, маленький веб-магазин для делания кофе. Да, вот такой игрушечный. И запустит как бы его в режиме, там, не знаю, тестовом режиме, да, чтобы его можно было тестировать. И когда, если у вас это получится сделать, то, по идее, у вас в браузере должен открываться вот такой URL. Localhost 8.0.1. Давайте я сразу покажу, где это. Ну, как у меня это выглядит. Вот я себе заклонил этот проект. Он называется Coffee Testing. Важно, что ветка, в которой мы сейчас делаем, она называется Legacy Selenium. Вот. Это вот важно. Дальше я запускаю скрипт, который я показал. Вот. System Test Run Env. И тут видно, что этот скрипт запустил сколько-то тут. Да, 3 Docker имиджа. Значит, база данных для этого магазина кофе Postgres. Сам, собственно, магазин – это приложение на Java, на Quarkus'е написано. Ну и отдельно еще Docker-контейнер для WireMock. Наверное, об этом мы сейчас говорить не будем, это не важно. В его тестах тоже использовался WireMock. Так, вот наше приложение. Я, кстати, Саша, может быть, ты можешь эту ссылочку кинуть в чат, если у тебя она есть под рукой? Или... Угу. Тогда кто хочет, сможет ее, значит, заклонить.
А я пока вкратце расскажу, значит, что это за веб-приложение. Как я уже упомянул, оно сделано на чистом Selenium, то есть там чистый веб-драйвер используется без каких-то оберток. Плюс мы чуть-чутка там его сделали чуть более сложным, так что он теперь использует Pitch Factory с аннотацией FindBy, которую все любители Selenium любят. Ну и я сходу обнаружил в нем несколько как бы сыроватостей, да, шероховатостей или ну, не сделанных вещей. То есть, в частности, он автоматически не снимает скриншоты, когда тест падает. В нем есть, на самом деле, чуть-чуть багов, и есть парочка флейки-тестов, которые я просто глазами вижу, что они должны быть флейки. Наверное, я сейчас продемонстрирую, да, как это выглядит. Вот у нас этот проект. На самом деле, это как бы хороший эталонный проект в том плане, что здесь есть и интеграционные тесты, и UI-тесты, не знаю насчет юнит-тестов. И он как бы что надо тестирует с помощью интеграционных тестов, что надо тестирует с помощью UI-тестов. Это прям круто. То есть это, к этому там все автоматизаторы или все разработчики должны стремиться в идеале. Ну вот, бэкэнд — это, видимо, REST-тесты. Мы сейчас пока на них не смотрим, хотя там тоже есть интересные вещи, WireMock, все дела. Мы пока посмотрим на фронт-энд, то есть это UI-тесты. Давайте посмотрим, как они устроены. Ну, тут зачем-то использовать Cucumber, но как бы мне это не интересно. Посмотрим на самый простой тест. Coffee Shop Smoke Test. Попробуем его запустить. Надеюсь, сейчас скрестили пальцы, чтобы ничего не упало. Да, супер, не упало. То есть, что этот тест сделал? Давайте проверим. Он, значит, открыл Coffee Shop Init. Она открывает нужную страничку. Дальше она открывает страничку с индексом. Нет, Init там инициализирует этот объект. Это типа PageObject. Coffee Shop UI — это как бы PageObject. Index метод открывает страничку индекс, ну, то есть список заказов, и она проверяет, что в ней должен быть правильный заголовок, и количество заказов должно быть правильным. Причем, что вот особенно круто, что мне тут нравится, да, что этот тест, откуда он берет правильное количество заказов, expected, да, ожидаемое количество заказов, он берет его не абы откуда, не хардкодит там или не пытается там предыдущее значение плюс один взять, а он на самом деле реально делает REST-запрос. Вот эта Coffee Order System, она делает GET-запрос к бэкэнду, и она получает от него через ручку, так называемую, да, через REST-запрос настоящий получает, а сколько там действительно в базе есть. И сравнивает с тем, что реально на экране. Вот это хороший UI-тест, надежный, работающий. И скоро мы увидим, что тут не все такие надежные. С некоторыми есть сложности. Ну, в общем, да, вот это простенькие, значит, мы начали с одного, тут есть еще несколько тестов, но вот примерно как они выглядят. Как бы сам Себастьян описывал, что ему очень нравится в этом тесте то, что здесь нет прям локаторов напрямую в тесте, и вообще тест не выглядит как тыкание элементов на веб-страничке, а тест выглядит как обращение к объекту, который представляет, ну, сущность какая-то, да, которая представляет собой, ну, представление вот этой странички, ну, как бы в терминах там доменного объекта. То есть, ну, вот это у нас кофешоп. И неважно, какие там элементы внизу, это кофешоп. У него есть свойства там, сколько у него заказов, да, список заказов. А то, что это выражено в виде странички, именно веб-странички, это спрятано. Детали реализации спрятаны внутри самой веб-странички. Ну, то есть, в принципе, PageObject. За что хвалят PageObject, вот он здесь, по сути, используется. Он его только называет не page, а view, но это неважно. Ну, можем заглянуть внутрь этих IndexView. Это вот краткое знакомство, значит, с проектом. Да, да, да. Как понять, что мне, как просто рядовому пользователю-автоматизатору, вообще стоит думать о миграции и почему мне стоит мигрировать? Давай обозначим сперва вот так вот. Да, 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 хорошо, хорошо. Нет, на самом деле я пока не хотел менять код, я пока хотел ознакомиться с существующим проектом. И это как раз нас будет подводить к тому, а вот мы видим этот проект, вот он у нас есть, вот он работает, и надо ли его мигрировать? Собственно, мы к этому подходим. Вот мы смотрим на проект и видим, что он, в принципе, довольно хороший, довольно, ну, правильно написан код, он понятный, он читаемый. Да, и вот возникает вопрос, а надо ли вообще его переводить? Все же хорошо, все же тестируется.
Собственно, я и привожу, что, ну, во-первых, просто как маленькое замечание, мы уже видим здесь одну проблему, что после прогона теста браузер не закрылся. Это маленькая бага, конечно, ее можно исправить, но она есть. Ну, и мы уже видим какие-то нюансы, то есть, например, кое-где тест сложновато написан, то есть, видите, нам приходится брать все ссылки, их итерировать, как-то искать по тексту, в середине это есть из коробки, да. Приходится итерировать другие какие-то объекты, составлять из них другие там объекты тоже. В Selenium все это есть из коробки. Мы, надеюсь, если успеем, мы все это посмотрим. Ну и, может быть, один из главных минусов в том, что когда... Вернемся. Вот. Если этот тест упадет, вот, допустим, скажем, что он упал, да? Она утонула, он упал. Вот, если этот тест падает, то мы увидим, что, ну, как бы браузер не закрылся в лучших традициях. Сообщение об ошибке, конечно, понятно, что ожидалось 600, а на самом деле было 0. Это понятно, но здесь никакой нет дополнительной информации. То есть нет скриншота, нет какого-то дополнительного описания, а какие там были элементы. Ну, допустим, если их было бы не 0, а там 2, да? А какие они были, а как они выглядели, нет скриншота. То есть нет никакой дополнительной информации. Ну, и что еще важное... что если этот тест упал, потому что эти там заказы на экране еще не успели подгрузиться, ну, как часто бывает, они грузятся асинхронно, каким-то там рез-запросом, да, вот если они, на самом деле, их есть там 600, но они еще не успели подгрузиться. Вот чуть-чуть дольше они сегодня грузятся, да, и тест поэтому может упасть, что на экране их сейчас 0, а в следующую там секунду их будет 600. Вот в этом случае тест получается хрупкий, ненадежный, флейки, да, потому что он падает иногда. Иногда он работает, а они сразу подгрузились, а иногда он падает, потому что они еще не успели подгрузиться. То есть мы имеем ряд проблем. Нет скриншотов, не закрывается браузер, тест флейки у нас потенциально. Ну и, может быть, есть еще какие-то проблемы, дойдем. Вот таким образом я как раз и подхожу. А в каких случаях стоит вообще переходить на Selenium? Ну, у Selenium есть как бы много хороших свойств, но, может быть, главное, решающее, да, вот такие. То есть вот во-первых, Selenium берет на себя полностью управление браузером. Открывает, когда надо, и какой надо, закрывает, когда надо. Вам не нужно явно думать о том, когда мне вызвать close там, или quit, или что там. Да? Он сам закроет, сам поймет, что браузер больше не нужен, там поток завершился, можно закрывать. Selenium очень хорош в том, чтобы бороться с флейки-тестами. Это нестабильные тесты. Кому интересна эта тема, я делал несколько отдельных докладов про флейки-тесты на конференции Gazenbug в прошлые годы. То есть посмотрите, там целых 3 или 4 видео можно найти, и они все очень интересные. С кучей видосиков, там где все кликает не туда, летает не в ту сторону и так далее. Очень, ну, прикольно, в общем, отдельно можете посмотреть. Ну, в общем, Selenium решает большую часть флейки-тестов, когда что-то не успело подгрузиться там, и так далее. В Selenium есть для этого метод wait, там wait until, но мы дойдем до этого, мы посмотрим на примере. То есть Selenium делает это лучше. Ну и плюс, конечно, в Selenium есть куча фич, которых просто в Selenium по умолчанию нет, из коробки нет. Их, конечно, можно достраивать руками, но зачем, если вот они уже есть готовые в Selenium? Там протестированы сотнями тысяч людей там, на кучу разных проектов. И, ну, просто чтобы несколько назвать, чтобы понимать, какие это фичи. Ну, например, это Selenium при падении тестов делает скриншот автоматом. Наверное, мы с этого и начнем, попробуем это первым делом сделать, да? Плюс в Selenium можно включить отчеты, которые будут показывать, что, на какие кнопки вообще тыкал этот тест, куда он кликал, куда заходил, и потом в конце теста будет понятно, что он вообще делал. Плюс есть, например, фича скачивания файла, это одна из самых сложных фич по реализации, чего нет в Selenium из коробки. То есть Selenium позволит тебе кликнуть элемент, ну, кнопку для скачивания, а дальше сам думай, куда идти, где его искать, как дождаться окончания загрузки там, и так далее. Selenium все это есть из коробки. Upload файла тоже есть из коробки. Ну и куча-куча других фич. Там псевдоселекторы, shadow DOM элементы, там, ну, куча всего. В общем, не будем сейчас сильно погружаться. Вот. Достаточно вот первых фич, попробуем по ним пройтись, значит, как их попробовать использовать. Ну что, давайте начнем что-то делать. То есть я так примерный план накидал, какие мы шаги сейчас с вами будем делать. Значит, попробуем, да, наверное, что самое важное. Нам в любой миграции, в любом проекте, вам решать,
Но не обязательно делать все шаги до конца и не обязательно проект мигрировать полностью. Теленит, в принципе, было придумано так, что вы можете не все переписывать, а весь старый код оставить как есть и переписать только какую-то маленькую его часть. Или вообще только новые тесты дописывать на Селените, да, а старые оставить как есть, ну, там, на Селениуме. И это все вместе будет работать, совершенно ничего страшного. Поэтому, подчеркну еще раз, все эти шаги не обязательно делать все. Можно одним, двумя ограничиться, тремя, как у вас пойдет. В общем, первый шаг, ну, это уж очевидно, что нам нужно будет добавить зависимость от Теленида, да. Второй шаг, нам нужно будет разобраться с инициацией веб-драйвера, то есть как сделать так, чтобы и старый код, и новый код могли использовать один и тот же веб-драйвер. Ну и попробуем дальше использовать новую фичу. Для начала download, это самое простое. Андрей? Ну, если... Да, да. У меня к тебе вопрос. Мы начали говорить про миграцию и преимущество Селенида над Селениумом. И хотелось бы задать такой вопрос, а есть ли что-нибудь, что мы можем сделать, например, только Селениумом, но не можем сделать Селенидом? Как раз-таки вопрос в тему частичной миграции. Стоит ли нам какой-то код, например, оставлять селениумовский, если мы уже вдруг решили мигрировать? Да, это интересный вопрос, и он такой странный, с другой стороны, для меня. Но надо понимать, что Селенид – это библиотека для тестирования, сделанная на базе Селениума. То есть, так грубо говоря, Селенид – это Селениум плюс несколько фич. То есть из всего истекает, что все, что умеет делать Селениум, умеет точно так же делать и Селенид. Они как бы существуют вместе, они используют один другой, и тут как бы нет никакого противоречия. Ну, вы всегда в любом проекте на Селените можете использовать все функции Селениума. И как бы, вот. Так что, да, нет таких фич, которые можно только на Селениуме сделать. Короткий ответ. Но просто есть куча фич, которые на Селените сделать проще, но, в принципе, технически возможно сделать все и на том, и на том. Такой короткий ответ. Так, ну да, я начал говорить, что если будет еще время и желание, можем более сложную тему разобраться, как там от PageFactory избавиться, как этих аннотаций FindBy упростить или избавиться и так далее. Ну и я надеюсь, что мы дойдем к концу к тому, что мы часть кода просто упростим или даже выкинем. Да, и я надеюсь, что мы сможем исправить кое-какие нестабильные тесты. Ну, это такой примерный план, повторю еще раз, абсолютно не проблема, если мы будем от него отклоняться, это все хорошо, это все клево. Главное, чтобы была живая дискуссия. Самое важное, будем делать маленькие шаги, это правильное правило и в тестировании, и в разработке, во всем. Делаем маленькие шаги, каждое малюсенькое изменение сразу коммитим. То есть если оно мало-мальски рабочее, да, если оно что-то не ломает, зафиксировали, закоммитили. Попробуем это делать. Итак, начнем, значит, с проекта. Вот у нас есть проект, который мы хотим перевести на Селенид. Не весь, пока что-то чуть-чуть одно маленькое. Значит, с чего стоит начать? Стоит начать с того, чтобы добавить зависимость от Селенида. Каждый мой шаг, в принципе, он такой, что можно его делать совершенно по-разному. Ну вот, то есть здесь нет такого единого правильного варианта. Ну, сегодня получилось так, завтра получится по-другому. В общем, тут было две зависимости Selenium, Selenium Java и Selenium Chrome. На самом деле это было лишнее, потому что Selenium Java уже включает в себя Selenium Chrome Driver. Ну, как бы не эксперту позволено это не знать, ничего страшного. Теперь. Page Factory. Хороший вопрос, да. Ну, мы дойдем ближе к концу. От Page Factory, конечно, не обязательно избавляться. Его можно оставить, и точно так же с ним можно жить. Просто мы увидим, что многие вещи в Селениде делаются, ну, как бы проще, чем с Page Factory. То есть он там как бы не обязательный. То есть он упрощал жизнь с чистым Селениумом, а в Селениде все еще проще. И он, как правило, там особо и не нужен. Но можно оставить, тоже не проблема. Так, значит, сейчас мы добавляем с вами зависимости от Селенида. Последняя версия, если мне не изменяет память, 6.5.1. Кто не знает, где посмотреть эту зависимость, можно ее легко, ну, например, вот в Search My Winorg я чаще всего нахожу, вбиваю здесь Selenid, и видим, что да, вот pom codeborn selenid 6.5.1. То есть вот это pom, ну, для pom XML кусочек вполне можно вот отсюда скопировать.
Репья. Так, ну да, конечно, что здесь еще мы забыли добавить, это скоп. Зависимости, которые нужны только для тестов, нужно объявлять со скопом тест, чтобы их случайно в продакшн-коде не использовать. Ну, все, наверное, пользователи Maven или Gradle знают, что после изменения зависимости нужно вот эту штучку нажать, тогда IDE подгрузит более правильные зависимости. И мы даже можем сразу убедиться, что тесты, которые были, они продолжили работать, ничего не сломалось. Давайте запустим наш уже существующий тест. Ой, и мы видим сразу нюанс. Ага, у нас больше код не компилируется после перехода с Selenium на Selenit. И вот такие нюансы вас, конечно, ждут. И тут нужно начинать разбираться, почему не скомпилироваться. В данном случае все довольно просто, довольно банально. Проблема в версиях. Дело в том, что этот проект, он был довольно старый, он использовал третий Selenium. А третий Selenium обновился на четвертый Selenium уже, ну, почти год назад, да, ну, там, 9 месяцев назад. То есть третий Selenium — это довольно старый, его уже давно никто не использует. А вот Selenit последний, он уже на четвертом Selenium сидит. Ну, поэтому произошла такая неприятность, что больше не компилируется. Ну, в общем, что проще всего сейчас сделать, если мы не хотим там долго разбираться, да, проще всего взять Selenit последний из линейки 5 с чем-то. Вот нам IDE подсказывает 5.21.0. Получается, что последний. Давайте мы, кстати, можем проверить, какой был из линейки 5. Почему 5? Потому что 5 с чем-то – это последняя версия, которую использовал еще там третий Selenium. Да? 5.25.0 на самом деле. IDE нам никто не подсказала. Давайте обновимся. Черт, он пошел тут скачивать. Ага. И теперь, по идее, у нас все скомпилировалось, да, потому что теперь у нас пятый Selenit, а значит, он использует третий Selenium, и с ним все должно хорошо работать. Да, как видите, тесты запустились по-старому, с той же старой багой, что браузер не закрывается. И чтобы проверить, что у нас действительно все нужные вещи подгрузили, зависимости имею в виду, мы можем здесь, при запуске теста, прям поискать Selenium, там, допустим, API, jar. Какой версии он подгрузился? Он подгрузился версии 3.141. То есть такая же, какая и была до этого. И можем еще убедиться, что и Selenium сюда добавился. Ой, Selenit сюда добавился, да? Нет. Вот, Selenit 5.25.0 тоже добавился, все хорошо. То есть у нас теперь в класс Path доступны и классы Selenit тоже. Мы можем начать использовать. В принципе, как я говорил, давайте делать маленькие коммиты. И можем уже сделать первый коммит. Он никакой новой фичи не добавил, но, по крайней мере, ничего не сломал. То есть, можно сказать так. Ну, неправильно, на самом деле, говорит instead, потому что мы не вместо Selenium, а мы вместе с Selenium его используем. В этом плане я даже не знаю, как это правильно сказать, политкорректно, да? Ну, ладно, не важно. Мы тут не воюем с Selenium, мы вместе сожительствуем. Так, что у нас было по плану? Да, мы добавили зависимость Selenit, теперь попробуем разобраться с WebDriver. Смотрите, в чем проблема. У вас в вашем проекте, в любом вашем legacy проекте, который уже есть, там ну, точно есть место, где инициализируется WebDriver. Создается там новый Chrome драйвер, что-то такое. А Selenit по умолчанию открывает свой WebDriver. И вам, значит, нужно как-то сказать Selenit, что слушай, ты, пожалуйста, свой не открывай, ты используй наш. Вот у нас, в нашем интерпрайзе есть, значит, да, вот. Видите, как правило, в любом интерпрайз-проекте есть свое место, своя какая-то фабрика, какой-нибудь там генератор, провайдер, да, который содержит всю вот эту вашу специфичную логику, как вы создаете веб-драйвер. В суровых интерпрайз-проектах здесь часто бывает много какой-то логики, какие-то ифов, там какие-то экстеншены добавляются, какие-то папки хитрые, в какие-то плагины, там, черт знает что. На самом деле, по моему опыту, как правило, большинство этих настроек не нужны, потому что они есть в Selenit из коробки. Ну, или они просто лишние, их просто напихали, потому что кто-то скопипастил. Большинство. Но редко, изредка бывают действительно нужные вещи. Но давайте так, на первом этапе, в первом шаге мы не хотим это трогать. Это было годами написано, выстрадано, там, потом и кровью, не хотим это ломать. Мы только хотим сказать Selenit, что ты, пожалуйста, вот используй такой же, как наш. Вот. Просто тот же. Сам свой не открывай. И для этого в Selenit есть один очень простой метод. WebDriver runner. Set WebDriver. И вот этот метод
Его потом многие начали абьюзить, там использовать слишком много и там не по делу. Но вот изначально он был придуман как раз для таких случаев, когда нужно лего-систему перевести на Селенид. Ты одной командой говоришь Селениду, вот теперь ты его используй. Пожалуйста, свой никакой не открывай, вот бери его. И это уже, вот одна только эта строчка дает нам возможность сразу начать использовать какие-то селенидовские методы. Три. Да. Тут отличное замечание от Антона Васильева по поводу запуска тестов и вообще уверенности того, что мы ничего не поломали. Я предлагаю тебе прямо сейчас запустить старую и новую версию и наглядно показать, как будет происходить вот этот вот свитч между двух имплементаций классической селениновской и новой селенидовской. Я не очень понял, что именно надо запустить. Если ты имеешь в виду все предыдущие тесты запустить? Как минимум тот кусок, который мы прямо сейчас переписали. Чтобы мы видели наглядно старый и новый запуск. Со старым и новым кодом. Да, попробуем. Ну, спасибо. Вот я сейчас запускаю на самом деле старые тесты. Мы пока тесты ведь не меняли. Мы только в тесты добавили один кусочек, который селениду передает тот же веб-драйвер. А сами тесты остались все старые. На самом деле. Поэтому вот мы сейчас проверили, как работает старый запуск тестов. Если вы смотрите внимательно, да, можете убедиться, что осталось три открытых веб-драйвера вот, в результате запуска старых тестов. И давайте проверим диф. Видно, что тесты пока старые, они пока совершенно не измененные. Мы только селениду говорим, пожалуйста, используй наш веб-драйвер. Больше ничего не менялось пока в тестах. Хорошо. Я надеюсь, я удовлетворил любопытство, да? Старые тесты запустили. Теперь у нас есть у селенида наш веб-драйвер, и мы можем попробовать начать использовать какие-то фичи селенида. Ну, например, мы уже в прошлый раз убедились, что если тест какой-то падает, то никаких не происходит скриншотов. Давайте снова проверим это, что вот у нас там этот тест упал. Мы видели, что скриншотов не было. Да? Попробуем заюзать. Ну, допустим, первую же фичу селенида. Есть такая фича автоматическое снятие скриншотов в случае падения тестов. Угу, да. Вот видно, что тест упал, но, как видите, информации прям вообще никакой полезной. Что же там с ними случилось? Какие-то ордеры с собачками, и, в общем, что с ними делать, непонятно. Так, в Селениде есть фича сделания скриншотов на любое падение тестов. Она, как ее включить, зависит от фреймворка, но у нас сейчас используется, насколько я понимаю, какой? Да, JUnit 5. Это JUnit Jupiter, это 5 JUnit. В нем это включается с помощью механизма экстеншенов. Мы пишем сюда extends with, мы пишем сюда имя класса. В Селениде есть такой класс screenshooter extension. Откуда я беру эту информацию, я, понятно, беру из головы, но вообще на сайте Селенида есть там страничка, допустим, с документацией, где можно примерно подсмотреть. Вот, допустим, вот как делать скриншоты, вот тут сказано, значит, что скриншоты там в JUnit включаются вот так, в четвертом вот так, в пятом вот так, там в тестинге вот так. То есть мы сейчас с вами используем вот пятый JUnit, и мы пишем extends with screenshooter extension. Так, возвращаемся. И теперь мы запустим снова этот тест, он у нас упадет, и по идее он должен снять скриншот. Если все хорошо. Да, тест упал, и перед падением он успел выкинуть скриншот, на котором уже мы сейчас можем посмотреть, как же выглядела страничка в момент падения. То есть все, кайф, у нас great success, мы уже успели использовать одну фичу селенида. Можно это закоммитить. Единственное, что давайте добавим эту фичу всем тестам. Сейчас мы этот extension повесили только на один тест, на самом деле тут тестов больше. Повесим еще на этот. А, кажется, и все. Тут, получается, у нас всего два теста. Ну, таких UI-теста. Да. Я не знаю, вот вопрос, может быть, для аудитории. Все ли знают, как сделать так, чтобы вот этот extension включался для всех тестов по умолчанию? Ну, представим, если бы у нас их было не два, а 2000, то мы бы немножко устали копировать вот эту аннотацию всем тестам. Да? В JUnit есть, на самом деле, способ, как включить, вот без аннотации, включить сразу для всех тестов. Я не знаю, можете ответить в чате, все ли знают, как это сделать.
мы пока закоммитим вот это. А хочу обратить ваше внимание, что в IDE есть совершенно замечательная фича, которая позволяет вам коммитить не прям весь файл, не все-все-все изменения в файле, а некоторые строчки только. Она называется partial commit, или в Git называется partial commit. Смотрите, как это делается. Я смотрю div, дохожу до строчки, которую я сейчас не хочу копировать. Помните, вот строчка, которая искусственно ломает тест. Да? Я убираю у нее вот эту галочку. Теперь идея понимать, что вот конкретно эту строчку мы не коммитим, а все остальное коммитим. Очень крутая фича, я очень советую, там, во время разработки там очень пригодится. Так, и мы делаем следующий коммит, который называется, что автоматически бери скриншот, когда тест падает, да? Вон тест фейлера. Все, это great success, потому что мы уже первую фичу или не доиспользовали. И стала она возможна благодаря тому, что мы при инициализации веб-драйвера, где у нас инициировался, вот, при инициализации веб-драйвера вызвали вот эту строчку, искали селениду, били наш значит, веб-драйвер. Если бы этой строчки не было, давайте продемонстрирую. Если бы этой строчки не было, то, по идее, селенид не сможет снять скриншот, и он, наверное, должен как-то об этом сказать сейчас. Проверим. Вот, да, селенид говорит, что, знаете, ребята, вот warning, я, конечно, хотел, я пытался, но, видите, не смог. Тянутый скриншот, потому что вот браузера у меня нет запущенного. Андрей, итак, нам предлагают использовать базовый класс, чтобы только для него повесить экстеншн и делать тесты для всех. О, делать скриншот для всех тестов. Да, спасибо. Это, конечно, вариант. Все тесты наследовать от какого-то базового класса. Единственное, что ну, многие считают, что это плохая практика. Ну, я покажу, да, сделать какой-то base-тест и в нем уже повесить эту аннотацию. Да, это рабочий вариант. Многие говорят, что это нехорошая практика, ну, там, по многим причинам. У нас было один раз Гейзенбах-шоу, в котором мы там сидели и перетирали за жизнь и обсуждали, чем это нехорошо. Но, в принципе, ответ правильный, и, в общем-то, я до сих пор во многих проектах так делаю. Но в JUnity есть один способ сделать это глобально. Мы, давай не будем на это отвлекаться. Чтобы это сделать, нужно на самом деле здесь создать папку meta-inf, там, services, что-то там, junit, tra-la-la extensions, ну, какой-то такой там, junit там, чего-то там, API extension. И в нем написать, какие extension ты хочешь включить глобально для всех. То есть, видите, есть такой механизм. И тогда оно автоматически включится вообще для всех тестов. Но давайте не будем тратить время. Это, в конце концов, фича не Selenium, а уже JUnit. Сейчас у нас это не в фокусе. Да, мы, в общем, видели, что эта строчка реально приносит пользу. То есть без нее Selenium не умеет откуда-нибудь взять веб-драйвер, а с ней уже умеет. Убедились. Так, что у нас теперь? Значит, я хотел показать, как нам использовать скачивание файлов. То есть, ну, первую фичу Selenium мы уже использовали. Это было снятие скриншотов автоматическое. Попробуем использовать следующую фичу Selenium – скачивание файлов. Ну, как я сказал, скачивание – такая довольно сложная операция в Selenium, да? Поэтому ее как бы нетривиально делать на чистом Selenium. Нужно кликнуть, а дальше каким-то образом искать в папке для скачивания более новый файл, новее, чем он там был. И при этом, возможно, огромная куча разных ошибок, флейки тестов там. Этот файл может медленно качаться, вы можете не дождаться его окончания, вы можете себе получить половинчатый файл, вы можете искать его не в той папке. Или если у вас параллельные тесты, и они все скачивают в одну и ту же папку файл, да, вы можете получить файл от другого параллельного теста, который в этот же момент скачивается. Ну, в общем, огромная куча проблем. В Selenium есть метод download, который все это умеет решать, ну, почти на 100%, скажем так. Давайте попробуем его использовать. Вот у нас есть на страничке index есть ссылка с названием download report. Попробуем ее использовать. Что если мы, допустим, возьмем вот этот вот самый... Нет, create order нам не интересно. Возьмем вот этот, smoke test. Скопируем его. Кто не знает, копировать целый класс очень удобно, кнопка F5. Раз, скопировали. И назовем его, допустим, download. Или там report download test. Или как лучше, download report тест, ну, неважно, да. Скажем, у нас появился тест, который умеет скачивать отчет.
Это нет, на самом деле, сильно это не нужен. Ну ладно. И напишем здесь can download orders report. Начнем с того же самого действия. Мы открыли страничку индекс, и дальше на ней хотим найти ссылку с названием, напоминаю, download report. В Selenium есть отличный метод для поиска элемента по тексту. Ну, вообще, доллар, если кто не знает, это метод в Selenium, который ищет любой элемент. Как правило, сюда можно написать там либо просто селектор, что-нибудь такое, да, либо там ссылку, да, либо там div. Можно писать div с классом там active, да, что-нибудь такое, любой CSS-селектор, либо сюда можно написать by name, да, там, найти элемент по имени, например. Но в нашем случае мы хотим найти элемент по тексту. Для этого в Selenium есть класс selectors для тех селекторов, которых по умолчанию нет в Selenium. В Selenium нет такого by text, нет такого селектора, поэтому мы используем тот, который есть в Selenium. Советую использовать static import. Нашли кнопку. Чтобы проверить, что мы ее нашли, допустим, это не обязательно, но, допустим, мы можем написать should, там, be visible, да, проверим, что она видимая. Если кто не знает, у селенидовских элементов есть вот эти замечательные методы should be и should have, которые позволяют проверять чертову кучу условий, что он видимый, что он невидимый, что у него есть текст, что у него есть цвет, что угодно. Ну вот мы проверили, что он видимый. В принципе, даже можно там заморочиться и, например, написать вот так. Проверить, что у него такой текст. Хотя это не обязательно, потому что мы только что нашли его по этому тексту. Да? Но это так, демонстрация просто. Ну и в конце концов мы хотим скачать файл. Для этого мы используем метод download. Так, download сразу нам говорит, что у нас может случиться IO exception. Ну, файл на point exception, если он там не смог скачаться. Да? Вот я вас, пожалуйста, умоляю. Я знаю, что очень многие делают так, когда они видят exception, они выбирают вот эту опцию, surround with try catch. Они, короче, добавляют try catch. И вот, пожалуйста, не делайте так. В подавляющем большинстве случаев это совершенно не нужно. То есть, если вы поймаете этот exception, вы все равно не знаете, что с ним делать. Вам на самом деле нужно, чтобы тест свалился. И пусть он и валится. Пусть лучше выберите первую опцию, то есть, что этого теста будет объявлено, что, ну, если что, он кидает вот такой exception. И пусть кидает. Тест упадет в exception, вы узнаете, что случилось. Следующее. Вот кто знает сходу, почему идея подсвечивает метод желтеньким? Ну, я могу сразу подсказать. Она его подсвечивает желтеньким, потому что тот файл, который возвращает из этого метода, он не используется. Ну, никто не использует. Давайте нажмем Alt-Enter или Option-Enter на Mac'е, да? И, значит, попросим помощи идеи. Идея говорит, ну, значит, если этот метод что-то полезное возвращает, давай положи его в переменную. Давай. Положим в переменную, назовем ее report. Это у нас тот самый отчет, который мы получили. И мы можем проверить, что, допустим, если мы до сюда дошли, мы уже точно знаем, что отчет скачался, файл скачался, получен. И все, что остается проверить, это максимум имя файла или содержимое файла, если надо. Это уже вам решать, надо ли в вашем случае его проверять, или достаточно факта, что он скачался. Ну, допустим, мы хотим имя проверить. Так. Кстати, интересно, можно вот здесь сразу? О, у AsherJ есть уже сразу готовая проверка. Проверить, что у этого файла там правильное имя. Да? Давайте запустим этот тест. Вы не знаете, запускать тест с шорткатом Ctrl-Shift-F10, это очень удобный шорткат в IDE, который запускает тест вот там, где сейчас курсор. То есть мне очень нравится. То есть это то же самое, что вот здесь. Вот, видите, run. И он запускает по Ctrl-Shift-F10 весь тест. Либо, если у вас курсор находится внутри тест-метода, то тот же самый шорткат запускает только этот метод. Очень удобно, я прям постоянно его использую и всем очень советую. Так, проверили, запустили, и мы проверяем, что тест упал. Кстати, видите, он сразу замечательно снял скриншот, да, показал, что было на экране в этот момент, и он нам сказал, что у вас имя файла-то было не to-do PDF, а orders CSV. Совершенно справедливо. На самом деле он скачет CSV файл. Ну и тут при желании еще можно, допустим, содержимое проверить. Можно проверить, что содержимое файла. Кто знает, как легче всего считать файл в Java? Ну да, я вот знаю, например, файл utils, который есть там во многих библиотеках, в Spring Gave, но вот в Commons.io есть файл utils.
у которого есть метод, чтобы прочитать файл в строку. Да, read file to string. Мы ему говорим report, мы ему говорим, что он там UTF-8, конечно же. Какой же еще? Так, опять exception, снова подчеркиваю, пусть этот exception летит, если мне удалось прочитать файл, пусть тест падает, не нужно на этом экономить, точнее, не нужно придумать ненужные сложности. И тут уже мы хотим проверить, что либо прям полное соответствие файла, либо можешь проверить, что этот файл содержит там какую-то строку, да? Ну, не знаю, какую, сейчас проверим. Так, тест упал, потому что такой строки у нас нет. Ну да, он нам показывает, что в файле вот примерно такое содержимое. И можно, допустим, я бы, наверное, проверял, что есть вот там отдельно Peso, отдельно Columbia и отдельно Preparing. Ну, допустим, ну это зависит от кейса. То есть что вам надо проверять, то и проверять. Неважно. Так. Сейчас, конечно, это тест совершенно неправильный с точки зрения тест-дизайна, потому что этот тест зависит от какого-то предыдущего состояния. То есть если этот... Ну, он как бы рассчитывает на то, что файл не пустой, что там есть какие-то отчеты, ну, да, заказы. А если этот тест запустить совершенно отдельно на новой пустой системе, где нет ничего, то он упадет, потому что там нет ни одного заказа, и этой строчки там не будет. В этом плане более правильным было бы сделать такой тест, который вначале очищает систему, допустим, удаляет оттуда все старые заказы. Ну, вот помните, у нас есть Coffee Order System, это через эта штука, которая через рез запросы умеет управлять, ну, данными, да, в этой системе. И правильно было бы сделать, добавить еще одну ручку, которая, допустим, удаляет все предыдущие заказы, потом добавляет один новый заказ. Такое, такая ручка есть. Type и Origin. Type тут бывает, если я правильно понимаю, Espresso. Попробуем. А, попробуем. Давайте попробуем. Почему бы нет? И Origin Columbia. Откуда она происходит? И, в принципе, даже можно предыдущий не удалять. Ну, мне так больше нравится, но окей, можно не удалять. Можно просто добавить новый заказ. Тогда мы уверены, что он точно есть в этом отчете. Ну, и у него будет статус preparing, поскольку его вот только-только заказали. И да, тест зеленый. Ну, еще было бы круче сейчас выбрать не эспрессо, а какой-нибудь такой, которого там точно до сих пор не было. Ну, допустим, там, латте. Латте у нас, по-моему, не было еще ни разу, да? Вот, латте здесь нигде нет. Давайте выберем латте. Почему он тут в отчете большими буквами, я понятия не имею. Но это даже и не важно. Так. Ага, тест не прошел у нас. Почему-то что-то не получилось. Ну ладно, может быть, я латте там неправильно написал. Сейчас, в принципе, это не важно. Давайте не будем на этом фокусироваться. В целом идея понятна. В общем, у нас great success в том смысле, что мы смогли вызвать прям типа какую-то первую фичу селенида. Вот точка download, вызвали, она реально сработала, скачала файл. То, что этот тест у нас сейчас немного половинчатый, ну, бог с ним. Напишем такой туду сюда. Сейчас в докладе это не важно, потом доделаем. Create. И проверить именно его, да, нужно. Он фактически у нас сейчас красный, ну и бог с ним. Так, тут можно все импорты поудалять. Да, и мы можем это изменить, закоммитить, и прям можем сказать тест, что мы добавили тест для скачивания отчета. Ну, там что-то, orders, report, да, отчет о заказах. Все, круто. У нас, кажется, не так много времени осталось, поэтому давайте попробуем перейти к какому-то следующему пункту. То есть как новые фичи использовать, мы типа разобрались. Давайте попробуем упростить или порефакторить какой-то существующий код. Ну, с чего бы тут можно начать? Допустим, можно начать с order view. Так. Всем, кто знаком с концепцией PageObject'а, знают, что, ну, в классическом селениуме принято так, хотя это не обязательно. И в какой-то степени Саймон как-то даже говорил, что нежелательно, но типа
принято, да, распространена практика, вешать вот эти аннотации и объявлять все элементы в PageObject как поля. Ну, давайте посмотрим, как это можно сделать проще. Ну, прежде всего, вместо веб-элемента можно объявить элемент с типом selenite-элемент. Не веб-элемент, а selenite-элемент. Selenite-элемент, на самом деле, он как бы наследует от веб-элемента. То есть это было специально все время сделано для того, чтобы у вас ничего не сломалось. Меняйте веб-элемент на selenite-элемент, и все будет так же работать. Ну как, если вы инициализируете PageObject правильно. Значит, теперь как его инициализировать? На самом деле можно оставить аннотацию findBy, но это не нужно, потому что проще сделать вот так. By name. Вот. И теперь эта аннотация просто не нужна. То есть, ну, гораздо проще без всяких аннотаций. Да, идея предлагает сделать это поле финальным. Ну, супер. Давайте сделаем такую же штуковину вот с этой штукой. Origin – это происхождение кофе, да? Опять же, нам не нужно origin. Точнее, нам не нужен findBy. Пишем здесь тоже by name origin. Все классно. Предлагают сделать его final. Сделали. Хорошо. Теперь что у нас происходит в конструкторе? Мы видим, что в конструкторе создается новый объект new select. И это почему? Потому что select — это селениумовский объект. Видите, он находится в пакете org selenium support UI. И для чего обычно его создают? Для того, чтобы использовать методы select. Методы select, давайте посмотрим, какие у нас. Вот select by visible text. Ну, хорошая новость в том, что, опять же, этот код можно упростить и выкинуть, потому что в селенде это есть из коробки. Давайте мы эти штуки уберем отсюда. Эти штуки уберем отсюда. И вместо того, чтобы использовать select, мы используем наш селендовский элемент typeSelectElement. У него есть метод. Смотрим. SelectOption. Просто по умолчанию SelectOption как раз-таки выбирает опцию из выпадающего списка именно по тексту. Что есть второй вариант SelectOption by value или там по строке. Ну вот по тексту это как раз SelectOption дефолтовый текст. Нажимаем Tab, если кто не знает. Та-дин. Выбрали. Сейчас мы его в скорости запустим. Теперь Андрей, Origin. Отличный, да. Вопрос из зала. А есть, да, ли в идее какая-нибудь встроенная инспекция, чтобы заменять, например, все findBy на вот эту конструкцию, например, с долларом? Хороший вопрос. Инспекции, боюсь, что нет. Давайте для начала упомяну, что в IDE есть плагин. Плагин, который называется Selenium UI Testing, он появился сколько? Полтора года назад, кажется, или уже два. И это как бы предмет моей персональной гордости, что компания JetBrains выпустил плагин как бы с официальной поддержкой Selenide. Это прям я могу этим гордиться, круто. Ну, потому что до этого 10 лет было ощущение, что там ни IDE, ни Eclipse, ни какие официальные такие большие вендоры ничего про Selenide не знают. Ну и более того, они вообще мало внимания уделяли тестовым библиотекам. А вот, наконец-таки, пришел человек, как я понимаю, Юра Артамонов, да, в JetBrains, который стал продвигать эту инициативу. Спасибо вам большое. И появился плагин VDA именно для тестирования Selenium и все, что связано с ним, в том числе Selenide. И этот плагин много чего умеет делать. Он, например, умеет помогать вам создать проект с нуля на Selenide. Он имеет какие-то встроенные инспекции касательно Selenide. Ну, если вы там где-то Selenide никак так неправильно используете, да, он поможет вам его, ну, найти такие места. Но вот конкретно такого действия, наверное, в нем нет. Но это можно сделать с помощью Structural Replace. И сейчас я в следующем коммите, наверное, попробую как раз эту штуку показать. Давайте тогда сделаем так, что тот старый селект мы оставим в покое. Короче, поменяем пока только один селект, чтобы вот такой небольшой коммит был. Поменяем пока только type select, а вот это origin select оставим как был, бог с ним. Так, только type select мы заменили. Вот он здесь. И мы видим, что type select используется так, что мы используем в нем новый селенидовский метод select option. Кстати, давайте его сразу переименуем. Зачем нам лишнее слово элемент? Оно не нужно. Это просто type select. Кто не знает, Shift F6 переименовывает VDA
Cadence переименовали. Сразу проверим, что мы ничего не сломали, что у нас по-прежнему все работает. Да. Сейчас я что-то сломал. Сейчас проверим. Ну, хорошо. Так, у нас тут был... то есть это 100... смотрите, это важный момент, на чем я хотел сфокусироваться. Фокусировать внимание. Вот мы там что-то порефакторили, поменяли какой-то старый элемент TypeSelect, переделали на новый тип TypeSelect, и мы видим, что у нас какое-то место сломалось, да, потому что в этом месте все еще использовался старый элемент. И у нас есть два варианта. Первый – это самый большой соблазн, который обычно у всех есть, начать сразу все эти места переписывать. Глянуть сюда, сказать: «Ой, дружочек, тебе не нужен Select, давай-ка ты используй Selenite элемент вместо него. О, давай, мы здесь умеем, да-да, сейчас используем». И этот соблазн велик, но я советую на него не поддаваться, потому что очень, очень большой риск, что вы начнете рефакторить, и это потянет один метод, потом второй, потом третий, потом вы поймете, что там все надо переименовать, и вы, в общем, очень быстро можете запутаться в этом болоте и уже из него не выбраться. Это такой, ну, большой соблазн, да? Такой: «Да тут же немного, да сейчас вот я вот тут поменяю, это же быстренько», и завязните. Вместо этого я советую делать максимально маленькое изменение, как можно меньше изменений, а все остальное оставлять в таком режиме обратной совместимости. То есть TypeSelect – это у нас Selenite элемент, видите, да, это уже у нас элемент нового типа. А тут где-то есть места, где все еще требуется старый. И лучше его пока, ну, перевести к старому типу, пока в этом моменте. Может быть, в следующем коммите вы вернетесь и его переделаете. А пока давайте переведем его в старый, и это делается, как мы уже видели, New Select TypeSelect. Вот одно какое-то место, которое используется его по-старому, бог с ним. Чтобы про него не забыть, кому нравится, можно поставить здесь букмарк. Command F11, 1. Вот. У нас появилась эта закладка, букмарк. Потом можно по всем закладкам бегать и смотреть. Давайте я покажу. Вот. Допустим, я оказался в совершенно другом месте, и я могу вернуться к списку закладок. То есть Ctrl-1 прыгаю к первой закладке, Ctrl-2 прыгаю ко второй закладке. Потом по ним удобно бегать и вспоминать, что же я тут еще хотел там порефакторить. Закладки можно легко удалять потом. Итак, по идее, мы переделали один элемент в Selenite элемент. Давайте проверим, какой тест его использует. Вот, только этот тест. И давайте запустим этот тест заново, чтобы убедиться, что сейчас мы ничего не сломали. Что Select по-прежнему работает, и элемент оттуда по-прежнему выбирается. Смотрите, кажется, что-то сломали. Или нет? Так, у нас... Проверяем. Ага, да. Это неожиданная неприятность. С этим надо быть просто знакомым. Значит, что сейчас произошло? У нас упал даже не тест, мы не дошли вообще до теста, у нас упала инициализация PageObject. Вот. Все вы знаете, да, что в Selenium есть стандартный способ инициализации PageObject через вот эту PageFactory. С ней случилась такая инициализация, что PageFactory попыталась создать нам объект вот такого типа, OrderView. Да? И в Selenium что он делает? Он ищет все филды, все поля, у которых есть аннотация findBy, и он их пытается инициализировать. Он берет по аннотации, он понимает, что нужно его по имени найти, или по тегу найти, или вот по CSS-селектору найти, да, и находит и инициализирует вот этот объект рефлекшеном. То есть да, все бы хорошо, но у него есть одна особенность. Когда он видит элемент, который веб-элемент наследуется, да, но у которого нет аннотации findBy, ладно бы он кинул ошибку, да, или там игнорировал бы его, но нет же, он пытается его инициализировать своими средствами по-своему. Он пытается угадать, а как правильно этот элемент инициализируется. Ну и падает, да, потому что Selenite элемент он не умеет инициализировать. В общем, что проще всего в этой ситуации предпринять? Проще всего, опять же, как переходный период, да, в смысле, как такой временный метод для перехода с Selenium на Selenite, в Selenite есть метод, заменяющий PageFactory. Вот вместо вот этого PageFactory нужно вызвать метод selenide.page. И он дать ему на входе, значит, instance PageObject, и он уже более правильно проинициализирует все поля. То есть он как бы лучше, чем стандартный selenium PageFactory, потому что он
инициализирует и вот эти все селениевские штуковины, и плюс еще селенид-элементы он тоже хорошо поддерживает. Он понимает, что их нужно там проигнорировать или проинициализировать как-то правильно. Так, кажется, тест позеленел. Давайте, ну, мне каждый раз приходится закрывать эти незакрытые браузеры. Все, тест позеленел. И мы, кажется, можем закоммитить, потому что у нас такой следующий great success. Так, это мы не коммитим. Мы, значит, что мы смогли сделать? Мы в page object смогли одно поле перевести, значит, с findBy на просто доллар. Да, вот тут у нас, видите, было три строчки, стала одна строчка. Как говорится, доллар скукоживает, если понимаете, о чем я. Ну и, как видим, код где-то упростился, где-то остался примерно таким же. Да, ну и для этого нам пришлось использовать не селениевский пэтч-фактор, а селенидовский пэтч-фактор. Ну, который внутри использует в том числе и селениевский тоже. Ну и плюс еще свои какие-то фишки делать. Так что вот мы можем сделать коммит, где мы говорим, что мы смигрировали поле order view, как там оно называлось, я уже забыл, type select, да, у selenite element. Вот такая вот штуковина. И возвращаясь теперь к вопросу Саши, как, если у вас таких тестов тысяча, как можно взять и вот одним махом вот эту такую конструкцию, да, превратить вот в такую конструкцию. Это не всегда тривиально, но я хочу показать сейчас один способ, который есть в IDE по умолчанию. Слушайте, я на самом деле не помню, во сколько мы начали и сколько у нас времени осталось. Подскажите. Ага, супер. Тогда как раз напоследок я покажу structural replace. Значит, как это выглядит? Мы делаем... Выбираем VDA, к сожалению, шортката нет, но можно выбрать пункт Edit, Find и Replace Structurally. Здесь есть такой замечательный экранчик. Его преимущество в том, что вот он делает поиск не по регетту, не по регулярному выражению, а прямо типа по синтаксическому дереву. Здесь мы можем говорить любые как бы имена переменных вставлять. Здесь любые имена там фил, ну, такого, как этих, имена полей, да. И мы хотим, и мы можем сказать тут, что, пожалуйста, заменяй вот все кусочки кода, которые попадают вот под такое описание, заменяй, пожалуйста, вот на такие кусочки кода. И так, сюда мы пишем field, да, равно. Ой, а вот с долларом, кстати, что будет, не знаю, сейчас проверим. By name. То есть вот это очень мощный механизм VDA. Он вначале кажется чуть-чуть, может, сложноватым, но он очень круто работает и позволяет вам по всему проекту прям все подменить. Тут, может быть, еще нужно будет добавить полное имя класса. И здесь тоже. Вот так. Точка. И поставить вот эту галочку, и тогда она по всему проекту найдет все такие места, у которых find by name, их зареплейсит и уберет сразу статические импорты. Прям будет красиво. Так, что он... Да, он сказал, что... Да, он нашел одно место, мы нажимаем replace all, и он прекрасно нам заменил. Можно еще было final добавить там. Все. То есть это самый мощный рефакторинг, который в таких местах... подходит. Так, напоминаю, что шорткаты самые частые, которые мы использовали, они вот такие, потом можете посмотреть на презентации, и Replay Structure или самый мощный. Спасибо за наш воркшоп. Любые вопросы, любые пожелания можете отправлять. Больше ссылочек с моих предыдущих докладов можно найти по этому сайту. Добро туда пожаловать. Там и про флеки-тесты, и про рефакторинги, и про все есть. Спасибо за внимание. Готов любой вопрос обсудить в Zoom'е потом. Да, спасибо, ребята, за внимание. Мы собрали все вопросы, которые остались неотвеченными, поэтому, да, приглашаем всех в Zoom Confu. Да, спасибо за внимание. Спасибо.